Так, всем привет. Сегодня вот у меня будет трибуна. В общем, пришел разъяснить, сделать первый подкаст на своем канале. Пояснить, что дальше будет с каналом. Канал я просто переформировываю. Как моя личная собственность. Я буду там делать другие записи. Проект «Будни Кула», таким, какой он был, он закрывается полностью. Полностью расформировывается. И будет переформирован либо как что-то другое, либо совсем никак. Администрация. В общем, по части администрации планировал я уйти несколько позже с администрации, но, увы, решили все за меня пораньше. Несколько раньше, чем я хотел. Ну, да не суть. Конфу я расформировал, кстати говоря. Можно посмотреть, что у меня тут. Судя по количеству народа, что отреагировало вообще, ну, оно, увы, можете почитать, как при записи, то вот ВК, записи в ТС я не сохранил, что у нас происходило, в общем-то, отреагировало человек 7 на расформирование группы. Меня просто взяли, молча выкинули из администрации, не объявляя ничего, так что тут, в принципе, все решено. Попросил я у Николая отдать вот мои постройки, вот этот весь приват. Не знаю, отдаст, не отдаст, это на его совести. Тут в этом привате хранится многое спецоружие, поэтому либо оставлять его как серверный, либо не оставлять вообще никак. Здесь серверная. Я вот там вот комната, да. Там я возился с опеном. Кому-то, может быть, будут интересны какие-то программы. Так, на сервере сейчас администрации Святка и Крэп. Ну, не знаю, что они будут делать. Наверное, сейчас за мной следят из ландыша. Рекомендации по поводу, кстати, модерации. Ни Свят, ни Крэп не подходят на данный момент на повышение до администрации никак. У Крэпа завышенная ЧСВ, он просто не справится. Психологически не может не справиться на данный момент с должностью администратора, поэтому где-то годик ему надо побыть модером. Опять же, все нужно смотреть по месту. И Свят также. Он тоже психологически может не справиться. Последнее ЧП это доказало. Ну, банально не хочет и не может распорядиться информацией в полном объеме. Ну, за порядками не следят, справляются, поэтому они в целом на своем месте. Хотя КП я бы все-таки сместил. Чрезмерное ЧСВ я не люблю. Касательно Бона. Ну вот, у нас один наиболее вероятный представитель, который может пойти на пост администратора вообще. Но ему не хватает понимания действий на публику. Собственно, как и Николаю. Поэтому не суть. Поэтому он наиболее вероятный. Так, что еще сказать? Спецоружия какого-то, шкатулок Пандоры я тут никаких не оставлял. Если Коля за это опасается, искать их бессмысленно.
все приваты, которые у меня были, они были переформированы в общесерверные. Если вот это останется на мне, я останусь как игрок, ну, буду тут играть. Возможно, будут какие-то будни. Если Коля захочет все-таки отрегенить это все, советую обратиться ко мне за указаниями, что вообще к чему. Я смогу точно все распределить, ибо все держу в голове. Никаких отчетных систем я не создавал, поэтому списки лучше меня позвать, чем самому ковыряться несколько часов. Скин, как можно видеть, у меня уже пропал. Я не знаю, или просто не прогрузился, тут сервак лагает. Поэтому не знаю. Что тут? Остался дом императора, дом Архимона, который мне помог играть. Если меня выкинут серверы окончательно, они тоже уйдут. Поэтому не знаю. С Нилкин будем еще играть. Возможно. Касательно себя, мне уже майн подзаебал. Я закрыл несколько проектов сразу. То есть то, что Куловская конфа была расформирована, это малая часть этой моей деятельности, что я перекрыл. Ну, это наиболее публичная часть. Так. Что еще мне сказать? Жалко, текста не подготовил. А, по поводу дюпов. Дюпы по-прежнему будут поставлять по той же системе. Если найду, скажу. И буду ждать фикса, пока не придет фикс. Собственно, помощь от игроков в поиске дюпов я скорее уже получать не смогу. Увы. Ну и ладно. Так, есть конференция в Дискорде. Вся в Дискорде. Он переформировался в бункер моего имени. Там и так игроки не заходили. Я нахер не нужен. Вопрос с TeamSpeak'ом остается открытый. Если я там сижу, там вообще никто не будет сидеть из администрации вообще. Как бы. Вот такое. Что еще сказать-то? В общем. Закончилась целая эпоха. На этом всем спасибо, всем пока.